Настоящий зверь в человечьем обличье. Стала известна личность одного из террористов, причастных к гибели летчиков российского вертолета Ми-8. Его фотографию вы сейчас видите на экранах. Имя боевика – Абу Аль-Каака. Он уроженец провинции Алеппо и террорист, напрочь лишенный чувств сострадания и жалости. По информации Лайфа, Абу одним из первых оказался у места крушения российского вертолета и начал издеваться над телами погибших летчиков. Напомню, Ми-8 был сбит в сирийской провинции Идлиб в понедельник, 1 августа. Гуманитарный борт возвращался на авиабазу Хмеймим, когда по нему нанесли удар с земли. Все члены экипажа вертолета, увы, погибли.